Подскажите, пожалуйста, время работы. С 9 до 5 каждый день, кроме субботы и воскресенья. В порядке живой очереди, да? В порядке живой очереди. Обычно утром выдают ограниченное количество талонов на день, и на протяжении дня у людей принимают документы на оформление паспорта. Значит, при себе иметь, коль паспорта у вас нет, может он у вас в ДИИ остался, или копия есть, что-нибудь есть? Ну, надо узнать, это же не мне, но... Ну, извините, тогда по пакету документов мы должны понимать, что человек не может прийти без ничего и сказать, я такой-то, такой-то. Такого не бывает. Человек должен подтвердить свою личность, что он – это он. Если это мужчина, значит, свидетельство о рождении, военный билет, может, загранпаспорт, что-нибудь. Если у человека была ID-карточка, это гораздо проще, потому что, во-первых, есть ДИА, и он это подтверждает на своем телефоне и через миграционную службу, ну, легко это все, да, найти, что это человек именно тот, который, да. Дальше. А не подскажете по поводу миграционной службы? Туда надо тоже живая очередь, как бы, или какие? У меня нет информации по миграционной службе. Мы для них принимаем документы. Вот. А если электронная очередь в миграционной службе, это вам надо звонить в миграционную службу и выяснять. Оплата абсолютно одинаковая. А какая сумма? Или 498 гривен плюс услуга банка, или 372 гривны плюс услуга банка. Плюс к этим деньгам еще по 34 гривны за утерю. На сегодняшний день, да, термины порушаются, паспорта возвращаются на 2-3 недели позже, потому что очень большой наплыв на эту услугу людей. Поэтому, пожалуйста, вы можете и к нам обратиться, и в миграционную службу. Это уже выбираете самостоятельно. Понял, принято. Спасибо вам, хорошего дня. Да, вам тоже.